4 жовтня, до кінця року залишилося 88 днів. Ми продовжуємо спостерігати за роботою наших парламентарів і сподіваємося, звичайно, що вони включать здоровий глузд і почнуть приймати законопроекти, які будуть захищати інтереси людей. Я Юлія Гончарова вітаю. Сьогодні до нашої студії завітав гість, аналітик громадської організації «Публічний аудит» Володимир Тарчинський. Пане Володимире, я вас вітаю. Постійно у студії «Майдан ТВ» ми розпочинаємо з того, так як у нас осінь триває, вже триває, а на початку вересня, з першого числа, ми говорили про політичний сезон. Зараз нам вже потрібно буде скоро говорити стосовно того, що він закінчується, саме політичний сезон 2016 року. Зараз вже така собі середина, золота середина. Чи можемо ми побачити якісь політичні зміни, що зробили наші парламентарі за цей час вже до жовтня місяця? Я бы большую продуктивность не отметил бы в их действиях, потому что мы видим, начиная где-то с февраля-марта, даже несмотря на то, что вроде бы было создано новое большинство, новая коалиция, да, если проследить и проанализировать те голосования по всем важным вопросам, то не всегда те 225 голосов, 228, о чем говорила, что вроде бы в коалиции сейчас столько депутатов насчитывается, что всегда они действуют слаженно и всегда на все важные решения у них находятся голоса. Посмотреть, как проходило лето перед тем, как сессия предыдущая была закрыта, то, что выносил Кабмин, когда пришел новый премьер-министр, те законопроекты, они также не находили поддержки в зале, то, в принципе, на этой сессии это же продолжается и сейчас. Если такие надо больше, ну, грубо говоря, популистические какие-то решения принять, либо что-то такое массовое, объемное, которое нереально не может повлиять на экономику, либо социальные вопросы, здесь, конечно же, все голосуется. Когда речь переходит уже к конкретным действиям, каким-то действительно реформам, о чем все говорят и все просят уже, да, и все европейские партнеры, то здесь уже мы видим пробуксовки. В принципе, прошлая неделя показала даже за отставку судей, когда спикеру приходится по 20 раз ставить на повестку дня один и тот же вопрос, и там, ну, грубо говоря, до абсурда доходит, когда говорит, когда ваш там депутат прилетит из аэропорта, но это совсем не есть правильно, это не здравая работа парламента. Поэтому говорить о продуктивности, ну, если там оценивать по какой-то шкале, да, то здесь оценку, конечно, можно низкую, самую низкую поставить. Как завжди, так и відбувається. У нас уже не перший рік, але дивіться, мы можем зараз спостерігати, что в соцмережі прописують те, что до 2016 року мы еще отримуем транш від МВФ, и уже він майже прописаний на 2017 рік, але МВФ вимагає від нас якихось певних законопроєктів та реформ. Що ж роблять наші депутати? Вони зараз пишуть, що буде вже завтрашнього дня, буде ухвалений новий законопроєкт стосовно податкового кодексу. Що нам варто очікувати від цього податкового кодексу? Тому що ми бачимо, що податки на малий та середній бізнес, що раніше прописувалися, були дуже настільки високими, що ніде в Європі таких немає. Ну, я бы так оптимистически тоже так не сказал, потому что, насколько я понимаю ситуацию, кабинет министров только сегодня или завтра начинает обсуждать у себя эти изменения. То есть увидим мы их в парламенте, ну, в лучшем случае, как обычно у нас бывает, под конец года, когда необходимо принимать бюджет, а вот примите эти налоги, и тогда мы исполним тот бюджет, который мы прописали. То есть, в принципе, повторяется ситуация 2014-2015 года, когда долго-долго запрягаем, и под конец Нового года катастрофически нет времени, надо принимать то, что мы написали, поэтому принимайте, чтобы мы исполнили бюджет, который мы прописали. Ну, не совсем правильная ситуация. Что касается налоговой нагрузки, действительно хотелось бы посмотреть, что готовят, потому что, ну, буквально вчера был отчет экономического форума, и Украина опять попала в топ-25 самых стран с самой большой нагрузкой на бизнес. В принципе, если говорить о прошлом годе, мы потеряли 6 позиций в этом рейтинге опять. Ну, вот и реформы. То есть, как бы все экономисты дают понять о том, что эту оценку, что, ну, 25 из тех стран, которые мониторятся, да, там их 130 чем-то, я не помню уже экономик, то есть мы там на 105 месте, по-моему, и, в принципе, уже 2 года говорится о том, что нагрузка действительно большая. Вроде бы ЕСВ чуть-чуть снизили, там переформировали, Яреська, когда еще была министром, готовила, столько групп объединили. Тех вывели туда, все, бизнес должен выходить из тени, зарплаты, потому что налоговая нагрузка снижается, зарплаты будут меньше.
Ну, мы этого не видим. То есть на практике по бумаге у них вроде как должно получаться, на практике нет. И если бы это только говорили внутри страны, да, эксперты-аналитики говорили о том, что это неправильно. Но мы видим, в принципе, реакцию и международных всех рейтинговых организаций, которые говорят о том, что у вас ситуация не улучшается. Так, але бачите, дивіться, ми навпаки маємо міжнародних партнерів залучати так, щоб інвестиції поступали до України. Але як у нас така дуже, не дуже гарна ситуація з бізнесом, то ніхто не хоче мати з нами справу. Ну, конечно. Же инвесторы же в первую очередь тоже смотрят на эти рейтинги, которые дают агентство. Почему наши политики не могут сделать або прописать какой-то такой законопроект, чтобы все же таки мы могли международные инвестиции залучать до Украины и стабилизировать ситуацию, и чтобы от нас не втекали, а оставались и вкладывали деньги? Ну, тут я думаю, что вопрос может быть даже не столько в плоскости нормативной работы, а сколько вообще в инвестиционном климате в целом в стране. Поэтому говорить о том, что сейчас сюда пойдут большие инвестиции, наверное, тоже не есть правильно, так как многие инвесторы, в принципе, понимают те риски, которые сейчас здесь есть. То есть ситуация немножко нестабильна, если мягко сказать немножко. Поэтому даже при существующем, в принципе, законодательстве, которое особо не изменилось, там, ну, давайте возьмем там, период 2011-2012 год, когда проводилось евро, тогда же были инвестиции, да, а в принципе законодательство особо сильно не изменилось, может быть, где-то даже немножко гармонизировалось и улучшилось. Но тогда эти инвестиции были. В принципе, сейчас инвесторы даже с таким действующим, если бы оно законодательство соблюдалось, они бы сюда заходили. Ну, один из таких небольших примеров, когда на 2014 год были, ну, BTH Shell, British Petroleum хотели проводить разработку газовых месторождений в Украине, но они отсюда ушли, потому что те, наверное, искусственные все-таки камни преткновения, которые действуют со стороны контролирующих органов, со стороны министерств, которые должны давать определенные те или иные документы, и там еще несколько министерств, в принципе, эти американские компании так открыто и говорили, что мы не можем так работать, когда нам столько ставится каких-то перепон на нашей деятельности. Вот и все. То есть, в принципе, нормативка позволяла бы нынешнее нормативное законодательство и сейчас делать. Конечно же, в перспективе или в идеальном состоянии надо было бы уменьшать, то есть для инвесторов освобождать их действительно на какой-то период от налогообложения делать, может быть, какие-то зоны определенные, ну, похожими чем-то на офшорные, то есть там, где под определенный вид деятельности, в принципе, мы в своих исследованиях, это наша организация предлагала, там, допустим, если это портовая зона, да, там Одесса, Николаев, там освободить там грузы, либо какую-то сделать единую ставку налога, там небольшую, на, если там товарооборот превышает какие-то суммы, ближе там на восток, там уже сделать экономические зоны, направленные на развитие промышленности. Да? Но в любом случае, без, по всей стране, без развития, вот, если помните, на прошлой неделе дала оценка была инфраструктуре нашим дорогам. То есть мы вошли по дорогам в пятерку худших в Украине. Это же тоже развитие инфраструктуры, это также наша отрасль. Если мы говорим сейчас о товарообороте, о развитии там, портов наших, то также перевалка грузов в дальнейшую Европу, без хороших дорог ее не будет. То есть это тоже влияет также и на, в том числе и на инвестиционный климат, потому что тот человек, который будет заинтересован осуществлять деятельность здесь, он же также будет все это оценить и видеть, что ему просто либо материально не подходит данный вид транспортировки своих товаров, ну, если говорим уже о перевалке, потому что за последнее время мало что, ну, скатились с производства, больше на продажу либо какого-то сырья, то вот такую на перевалочную базу, что есть также проблемы. А стосовно доріг, у нас дороги починають відновлюватися та ремонтуватися лише коли вибори проходять, і то у двориках, або як ми можемо зараз спостерігати, що Київ повністю стоїть, мости стоять, тому що лагодять дороги, готуються до Євробачення 2017, яке має прийти. Ну, якщо виходити із такого стану, що ми маємо приймати Євробачення, це дуже великі кошти, які країна, здавалось би, ми знову будемо їх звідкись отримувати. Вибори – це також. Якісь певні кошти, невже лише через такі громадські ситуації ми маємо доходити до того, що у нас будуть відновлені дороги? Я думаю, що тут по Києву ситуація немножко інша. Здесь в этом году в Киеве получился очень достаточно неплохой профицит бюджета местного. И, в принципе, ну, по моему мнению, это позитивное решение администрации направить излишне полученные, незапланированные, скажем так, деньги, то есть ситуация стала лучше, там больше по оплате за землю, то есть люди начали немножко лучше платить, скажем так, дисциплина платежная по налогам, и еще ряд тех факторов, наполняющих бюджет, и получился профицит порядка 3,5 миллиарда гривен, и вот эти вот свободные деньги чуть больше направлены на дороги. Если
немножко проследить динамику, ну вот Киев более так детально анализировали, то в принципе очень хороший результат в этом году. Если, допустим, в 2015 году было только 60 километров дорог в Киеве отремонтировано, то в этом году уже 200. Ну, планка очень хорошая задана. Ну, и все видите, да, мосты стоят, но они же не просто так стоят, из-за того, что плохие дороги, из-за того, что они делаются, и многие, в принципе, если проехать по городу, многие начинают это осуществлять. Там новая дорога, там новая дорога. Если темп такой будет задан и продержится он и в 2017 году, и не только под Евровидение, потому что я не связываю... Когда был завершен конкурс на отбор города Киева? Месяц назад. А дороги начали делаться где-то, ну, порядка с апреля, с мая же. В Киеве начали заново делаться дороги. И финансирование в такой сумме было заложено на бюджет 2016 года, еще в декабре 2015. Даже когда еще мы не знали, что мы вообще будем принимать Евровидение. У нас было заложено в бюджет Киева на ремонт дорог, ну, на дорожное хозяйство, там информатика, порядка 2,5 миллиардов гривен. Если в 2015 году 1,5 миллиарда гривен. То есть плюс миллиард уже был заложен и без Евровидения, и без, в принципе, выборов, которые должны были быть. То есть здесь поставлена просто цель, и она, в принципе, по состоянию на сегодня выполняется по Киеву. Я вам еще один такой небольшой пример, чтобы показать, ну, как Киев отличается от всей Украины, да, если мы говорим про все дороги. Процент ремонта, если взять 200 километров от всех дорог Киева, которые в этом году сделаны, это порядка 400%. В Украине план на этот год был сделать от всех общей протяженности дорог государственного значения, где должны быть выделяться деньги государственного бюджета, только 4%. То есть темпы Киева, они, может быть так, если брать 4%, небольшие, но если их сравнивать с общим государственным, в 4 раза выше. То есть планка, ну, в столице планка задана очень высоко и очень хорошо. Ну, посмотрим, какое будет финансирование в следующий год. Дай Бог, чтобы они только развивалась, и мы смогли еще в Киеве дальше делать дороги еще. А звідки це береться фінансування? Це ж з тих траншів, які ми отримуємо. Правильно, від МВФ гроші, які закладаються. На городские дороги? Да, на городские. На городских дорогах государство не дало ни копейки. Это все деньги местного бюджета. Это все тот профицит, о котором я сказал, что он перевыполняется. То есть государственной поддержки в дороге в Киеве нет. Государство делает дороги. Киевская дорога внутри города считается... общий, ну, коммунальный, скажем так. То есть здесь государство не участвует. Поэтому я вам привел пример тех дорог, того количества дорог, которые по Украине, которые должны финансироваться из государственного бюджета, которые являются дорогами государственного значения. Это же вопрос здесь по дорогам и децентрализации, когда сказали, что многие дороги Укравтодор передал на баланс местных властей, чтобы они их содержали. Но мы можем увидеть, что местные бюджеты не такие, ну, многие бюджеты не такие даже, как Киев. Я вчера хотел посмотреть, как в Харькове, ну, допустим, да, тоже же большой город, ситуация, но посмотреть, какой бюджет местный там, ну, это не столичный бюджет. Конечно, в столице бюджет гораздо в 3,5 раза больше, чем бюджет Харькова в столице. Поэтому Харькову даже тому же сложно будет за счет чисто местного бюджета выполнения, ну, такие темпы, допустим, поддерживать, как Киев. Ну, так як ми говоримо по Києву, і ви експерт, мені б хотілося підняти ще таке питання. Якщо ситуація з дорогами більш-менш нормальна, навіть хороша, так сказати, то хотілося б дізнатися, як добитися того, щоб сміття потрапляло саме на сміттєспалювальні заводи, а не на нелегальні звалища? Здесь, в принципе, на этот вопрос отвечали уже. Есть достаточное количество общественных организаций экологической направленности. Я думаю, что здесь должна быть кооперация местных властей. В принципе, мэр, такие предложения были даны. Я думаю, что они будут рассмотрены в ближайшее время, и на них будет также соответствующая реакция. Вместе с профильными экологическими организациями какие-то, ну, надо делать совместные, грубо говоря, патрули от администрации, может быть, даже с привлечением и полиции, и местных организаций, потому что очень часто можно увидеть, что есть такая информация, и, опять же, общественные организации экологические, они следят за данной ситуацией, мониторят, видят, где это появляется, просто здесь надо немножко для общественных организаций, так как их, скажем так, меры, которые они могут применить, они же действительно ограничены. То есть здесь надо подключение органа местного самоуправления, здесь надо подключение правоохранительных органов для надлежащей реакции. Потому что, в принципе, и в органах прокуратуры есть соответствующее ответвление, которое занимается экологической проблемой. То здесь надо просто устанавливать, кто-либо его организовал. Если нет, то закрывать, конечно, принимать меры к сбору этого всего мусора, который уже навален, к увезению на соответствующие полигоны. То есть это аккумулированные действия. Что касается перевозчиков, давно, в принципе, это не есть проблема. Я думаю, что к этому также сейчас уже придут установление на каждую машину вывоза мусора, как у нас есть в коммунальном предприятии Киев по Странце. На каждом автобусе установлен GPS, как видит его маршрут. То есть руководство, ну, грубо говоря, служба перевозок, она следит за автобусами, чтобы они не отклонялись от маршрута. Так и здесь.
То есть у машины, которая возит мусор, задан маршрут, она его должна вывести либо на энергию, либо на пятый полигон. Все это отслеживается и следится, что машина не поехала, не скинула мусор куда-то налево-направо, а довезла его до конечной точки. А ви говорите, що це питання вже піднімалося і давалися відповіді, але хотілося все ж таки якісь певні сроки отримати, тому що ми говоримо, питання сміття, воно нагальне і воно вже давно стоїть. І ми кажемо, що має бути так, сподіваємося, сподіваємося, але загалом, так як ми бачимо, як у нас відбуваються реформи, як взагалі що проходить, то не дуже то стає зрозумілим, чи отримаємо ми ці машини, які вони все ж таки є. У нас багато чого є, але ми цим чомусь не користуємося. Отвечу языком, опять же, цифр, либо статистики. По состоянию на 2014 год завод «Энергия», который находится в том числе и в коммунальной собственности, так как он принадлежит «Киевэнерго», а часть «Киевэнерго» и завод «Энергия», завод «Энергия», который сжигает мусор, он был передан там, по документам 2001 года по договору из коммунальной собственности на содержание «Киевэнерго» частной компании. Но, в принципе, уже вопрос этот, по-моему, решен, что у «Киевэнерго» его заберут, он опять окажется либо в коммунальной собственности, будет специальное профильное коммунальное предприятие, создано для его обслуживания, либо же будет новый какой-то инвестор, который возьмет эти сети как «Киевэнерго» на обслуживание, но будет действительно вкладывать, модернизировать. Вот. В 2014 году завод «Энергия» был загружен, ну, грубо говоря, на 50-60% мусором. За состояние за два года, в 2015 году был проведен новый конкурс в Киев на предприятие, которое обслуживает как полигон. Было назначено новый менеджмент, который пришел от города. В принципе, это есть логично. Ну и мы видим, на 2016 год завод «Энергия» загружен на 100%, в том числе это и отказ от львовского мусора. Почему? Потому что «Энергия» загружена городским мусором. То есть мовы цифр, мы вот в частности ответ, как ситуация меняется. Mm-hmm. То есть за два года полностью мусор не стал уходить, потому что когда исследовали ситуацию 2014 года, увидели, что часть мусора выводится на пятый полигон. Ну, это официальная статистика, то есть каждое предприятие, которое занимается вывозом мусора, есть специальная форма отчетности, она говорит, сколько мусора было перевезено, куда оно делось. Да? Мы видим, что часть мусора куда-то девается. Ну, куда? Кудись оно сжигает, так? И это было в 2014 году. По состоянию на сегодня, то есть там большая, небольшая часть была завода энергии, мы говорили о том, что многим, да, не было выгодно, потому что тариф отвезти на завод энергии, он выше, чем сгрузить на полигон обычный, и ну, соответственно, выше, чем его просто свести на нелегальный полигон вообще. Угу. На сегодня ситуация изменилась, завод «Энергия» полностью загружен, и это не только экологическая составляющая, но также завод «Энергия», ведь он от того, что он спаливает мусор, он порядка 120 домов еще в Дарницком районе отапливает. Ну, как бы здесь ситуация. Результат есть, да. Ну, то, конечно же, на этом не стоит останавливаться. Как я сказал, второй вариант, это только у общественности тоже, ведь ну, мы общественная организация, мы не можем как-то ну, глобально повлиять да, на вас, можем предлагать, постоянно напоминать об этой теме, затрагивая также везде на каких-то собраниях формах, экспертных, да. И, ну, в принципе, вот по первому, то, что я привел пример, уже реакция есть, и ситуация изменилась. Но будем надеяться, что такие патрули, в том числе и с экологическими организациями, они в скором времени появятся. А чи зараз ведете якийсь облік звалищ, куди надходить сміття? Нелегальных или легальных? Нелегальных, мне кажется, и так мы можем отримати відповідь, как вы сказали, нет, что нет, работает. Самый крупный это полигон номер 5, который 51% акций которого это Киевспецтранс предприятие, находится в городе. И завод «Энергия» и шестой полигон, небольшая часть, потому что он относится он в собственности, по-моему, Киевской области его обслуживает, то есть туда вообще небольшая часть киевского мусора возится. Все. По пятому полигону также уже, в принципе, даются рекомендации. Я так понимаю, что какие-то инвестиционные проекты будут реализовываться, чтобы там, ну, то, что сейчас вот во Львове какая ситуация произошла, там тоже пришли к тому, что, ну, хотя, в принципе, мэру Садовому, он 10 лет уже, по-моему, там находится, он изначально, когда пришел, стал мэром, сказал, что мы построим здесь перерабатывающий завод, и все будет хорошо, но вот пока ситуация, ну, это, наверное, как обычно у нас бывает, не стала критической, никто не сделал. Сейчас уже Европейский банк, нашлись контакты с Европейским банком, который сказал, мы выделим денег, потому что он, ну, скажем так, кредитует целевые проекты, в принципе, это правильно. Вот это еще одна маленькая ремарка, здесь вот с МВФ у нас просто деньги даются, НБУ их себе ложит, говорят о том, что будет стабильна валюта, мы там на профицит бюджета, ну и деньги, грубо говоря, где-то теряются, проедаются, и потом вообще не понимают, куда они ушли, но потом все мы только расплачиваемся каждый год за кредиты. А этим хорошо, что Европейский банк, Мировой банк, они кредитуют конкретные какие-то вещи, вот, в принципе,
Львовский полигон. Поэтому я думаю, что Киев тоже не за горами. В принципе, с учетом такого профицита в бюджете города, можно подумать и над реализацией таких проектов, о постройке сортировочной линии на 5-м полигоне, потому что действительно он только наполняется. Надо уже тоже ставить уже вопрос с решением этой проблемы, строить еще дополнительно заводы. Я думаю, что на следующий год, насколько я знаю, уже есть такие поиски администрации города, инвестиционных проектов, в том числе и за границей, в Германии, в том же, там есть неплохие примеры Гамбурга, где он очень похож с Киевом по населению, по количеству мусора, там 4 завода действуют. То есть я думаю, что нынешний мэр, так как он очень хороший, у него контакты из Германии, что найдут, как разрешить данную ситуацию. Тобто у нас є кошторис на те, щоб створювати та будувати такі от заводи, як ви сказали? Я думаю, что профицит, который есть на сегодняшний день при грамотной разработке бюджета, допустим, на следующие периоды, можно подумать о том, чтобы строить за свои деньги. Либо, если долголежащий, либо, конечно, получить такой кредит, но мы будем видеть, что мы можем его с профицита бюджета погашать. Да, может быть, единоразово, там разные цифры просто называются, разные по мощности, объемы. Допустим, турки, когда в 2007 году хотели строить, инвестировать, построить здесь такой завод в Украине, цифра называлась, это небольшой завод 10 миллионов долларов. Ну, сейчас ситуация меняется, может быть, уже таким небольшим заводиком не обойдется, надо более глобальные инвестиции. Там европейцы, когда хотели на Волыни строить полигон, завод, они говорили о 90 миллионах евро, и тогда они хотели, кстати, это к тому, к чему мы с вами начинали про инвестирование, в 2008 году они хотели построить такой завод на Волыни, а вроде бы уже все договорились, но завода так и нет. Потому что, наверное, инвестор ушел от того, что там началось, где будет чей-то интерес со стороны либо государственных властей, либо местных властей, как мы будем распределять прибыль, уже сразу делить начали. С чего варто розпочати на введение порядку в сфере ЖКГ? Да, здесь, вы знаете, проблем накопилось очень много. В принципе, сейчас в Киеве действует целевая программа по энергоэффективности, по жилищно-коммунальному хозяйству. Но я думаю, что многие киевляне, уже глядя во свои двора, могут сказать, что процесс по чуть-чуть тронулся. То есть очень большая сумма выделяется, там, тоже порядка, может, миллиарда гривен, если так глобально взять по этой программе, ремонт детских площадок во дворах, ремонт скверов. Мы сейчас видим, что во многих просто парки, скверы, новые дорожки, асфальтирование домовых, утепление домов по счетчикам. Киевэнерго должно было установить счетчики, считали это, арестовали. Бюджет города сказал, что возьмет установку счетчиков до конца года за свой счет. То есть выделено 40 миллионов гривен на установку счетчиков в городе за счет местного бюджета, так как Киевэнерго не успевает, просто арестованные средства. Но так как, чтобы людям было платить меньше, соответственно, за установки счетчиков, город взял на себя ответственность и выделил эти деньги. Следующее, утепление домов, также, это просто десятки миллионов, я так на память уже не помню цифр. Потом термосанация, это о чем говорилось, и уже два объекта из школы сданы. Посмотреть по подъездам, окна, замена, это все просто, понимаете, что жилищный фонд очень ветхий во многих ситуациях. И сразу на все деньги найти. То, что я перечислил, вроде как бы немного, да, но это уже порядка миллиарда гривен. То, что делается. Соответственно, за какой-то там, за этот даже год город это сделать не успеет. Поэтому, если бюджет финансирования на следующий год будет позволять, я думаю, что объемы ремонта будут только наращиваться. Пунктов по воде, по лифтам, там порядка, на этот год порядка 70 или 80 реконструкций лифтов, замена оборудования и всего остального. То есть программа действует, там расписано детально по всем направлениям, детально финансирование, есть определенные моменты с финансированием, но я думаю, что уже, насколько мне известно, даны соответствующие поручения, то есть также по рекомендациям и общественных организаций, которые также следят, потому что все эти программы финансирования, объемы, отчеты, они есть в открытом доступе, также видят и анализируют, что там где-то есть какие-то моменты недофинансирования или отставания от графиков, которые были запланированы, в том числе этой программой на этот год. Даются рекомендации, в принципе, городские власти на них адекватно реагируют, и говорится о том, что до конца года все, что было запланировано, все, что должно быть профинансировано, в том числе в ЖКХ, то, что я перечислил, должны успеть. Ну, то есть, так.
Кажите. Нет, то есть это и лифты, и замена. Ну вот по утеплению там немножко не успевает, но я не знаю, может быть, конечно, уже как погода там будет позволять, не позволять, успеют что-то сделать или нет. А вы сказали, что вся эта информация, все эти цифры є у відкритому доступі, а для людей, які не знають, де дивитися цю інформацію? На сайті КМДА є цілий розділ «Місцеві програми», і там порядка кожен місяць, кожні три місяці дається отчет, що зроблено по кожній програмі. То есть там программ, ну, действует там порядка 10 или 15 городских программ, которые насчитаны на 3-4 года. По ЖКХ программа была утверждена, по-моему, в начале этого года, в 2016 году. И там расписано, что на этот год, в каком объеме финансирования планируется. И есть отчеты по факту, сколько это на сайте КМДА. Он очень, в принципе, информативен. Там много информации можно найти о распоряжении городскими имуществами. По бюджету, открытый бюджет, сделан даже отдельный раздел, где видно, сколько бюджет получается, сколько из бюджета тратится. Угу. А зараз ми можемо побачити платіжки, які надходять, що вони зросли майже в три рази. Скажіть, будь ласка, як же знизити такі тарифи до економічного, все ж таки, обґрунтованого рівня? Ну, вы видите, сейчас проходит, и в том числе и мы участвуем. На 13 октября назначен процесс, где мы обжалуем, наша организация, ну, в рамках инициативы тарифной мобилизации подал иск о цене на газ. На 13 октября там есть еще несколько исков, в том числе и от политиков. Их сейчас объединили в один, потому что, ну, в принципе, исковые требования одинаковые. Отменить постановление Кабинета министров об установлении цены на газ. На 13 октября назначено судебное заседание на 9 утра в административном суде Киева. Так что, если есть желающие поддержать требования всех, потому что это будет иметь большое влияние. Здесь же, ну, если будет отменена эта цена на газ, сами знаете, и тепло, и вода горячая. По электроэнергии, ну, здесь более глобально надо разбираться, где закупают, и там сложнее немножко разобраться по электроэнергии. Ну, по воде там рост был не сильно большой. Опять же, если просто общественная организация, опять же, ко всем документам не допускает увидеть, что они туда закладывают, конечно, никто не спорит, что трубы старые, инвестировать, да, в развитие, в замену всех систем водоотведения, в том числе, ну, допустим, даже опять на примере Киева, надо. Но опять же, сколько они закладывают и как реально эти работы проводятся, общественность просто не допускает контроля над этим. Вот в чем проблема. Поэтому здесь сказать сложно. Ну, посмотрим. Вот есть октябрь, есть этот иск. Остается, ну, действовать в правовом поле, да? Угу. На данный момент действуем в правовом поле. Подаем иски, пытаемся обжаловать, пытаемся доказывать в судах, что это незаконно. Но если это не подействует, тогда уже людям решать, как отстаивать свое жилье, как отстаивать свои права с этими платежками, с этими ценами. То есть каждый там для себя будет решать, не платить, платить меньше или платить сколько сможет. Бочкати на субсидии? Ну, субсидии, вы видите сейчас ситуацию, что нам поступают сигналы, что сейчас немножко хуже стало. Хотя говорят, что получат все, но много у нас уже поступает обращений о том, что либо отказывают, либо начисляют какой-то мизер, который просто действительно не покроет тот рост тарифов, который есть. Но люди просто не будут платить, если у них нет, что платить. Поэтому говорю, каждый человек будет для себя решать. Он просто, да, многие, я не спорю, многие откажутся от этих платежей и все. А потом, после отопительного сезона, уже думать, может быть, что-то поменяется, может отменится, может все-таки придет здравый смысл к политикам, и они поймут, что это, проанализировав ситуацию, потому что почему, да, не будут люди платить. Но за те там 3-4 месяца, за 5 месяцев долга у них не смогут ни забрать жилье, ничего, потому что та сумма, допустим, там надо, ну, определенная процедура, в принципе, для тех, кто интересно к нам обращается, мы целую методичку у себя на сайте вывесили, как действовать в той или иной ситуации по долгам за ЖКХ, разработали с всеми юридическими нюансами. Я так кратенько скажу, что за 5 месяцев, даже за отопительный сезон, в принципе, по отоплению наберется та сумма, за которую можно будет реализовать жилье. То есть за отопительный сезон все равно никто не заберет. Но та сумма, если каждый не будет платить, она будет очень большая для поставщика отопления. И у него просто будет коллапс, и он не сможет рассчитываться тогда за газ, потому что государство, в том числе даже и по субсидиям, ему сейчас должно, потому что в том числе, почему Киевэнерго арестовали летом счета, потому что ему государство, он должен нефтегазу, там, ну, грубо говоря, там, 2 миллиарда, да, а ему государство по субсидиям, которые как бы были наданы людям, должно там, допустим, 6, и оно не покрывает, и Киевэнерго не может рассчитываться за газ, ему арестовывают счета. Но что бы так ни случилось в отопительном сезоне, когда предприятия, которые поставляют услуги, не смогут рассчитываться за купленный газ у государственных предприятий. А здесь как бы у нефтегаза, в принципе, и у многих сейчас даны широкие им полномочия были в 2015 году, они просто закрутят вентиль, оставят только для технологических потребностей, как это указано в нормативных документах, ну, чтобы просто там не было каких-то аварий или прочего на предприятиях, и все. И
А раньше была норма, что в отопительный сезон запрещено отключать газ. Сейчас, я думаю, что эту норму могут не соблюдать. Вот в чем ситуация. Поэтому действительно, вернусь, с чего начинали, правовое поле действуем пока октябрь, до как раз заседания назначило до начала еще отопительного сезона, потому что как будет дальше прогнозировать, мне кажется, кто-то вряд ли сможет. Ну, ми будемо сподіватися, що прогноз буде ідеальним, ну, не хоча б не ідеальним, но більш-менш доречним і для людей, так? Я вам дякую, що ви до нас завітали і за предоставлену інформацію. А я нагадую, гостем програми був аналітик громадської організації «Публічний аудит» Володимир Тарчинський. Залишайтеся з нами.